Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. Да, в связи с значительными победами и успехом сирийской армии по борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе, иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики. وكان تقييمنا إيجابيا للخطوات التي تم إنجازها في مسيرة مكافحة الإرهاب وخاصة بالنسبة لتأثير هذا العمل هذه الأعمال العسكرية على إعادة الوضع إلى الحالة الطبيعية وبالتالي عودة المواطنين إلى منازلهم.